Из подмосковного Ногинска в Ростовскую область отправилась очередная, 49-я по счету, колонна с гуманитарной помощью для Донбасса. Как сообщили в МЧС, машины доставят жителям региона более 1000 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. В Донском спасательном центре к московским автомобилям присоединятся машины из других регионов. Затем конвой двинется к российско-украинской границе, где после прохождения всех необходимых таможенных процедур разделится на две колонны, которые возьмут курс, соответственно, на Донецк и Луганск.